Еще 10 ноября в Чебоксарах стартовал конкурс на лучший проект праздничных мероприятий «Новогодний двор». Он проводился среди органов территориального общественного самоуправления. И сегодня подвели итоги. 19 ТОСов боролись за звание лучшего новогоднего двора. Кстати, конкурс на самый интересный проект проведения новогодних мероприятий проходит в столице Чувашии впервые. Я думаю, что это традиционный стадий, будем проводить ежегодно. И наша задача, чтобы наш город не только центральные улицы, а в первую очередь дворы благоустраивались. И чтобы в наших дворах тоже было интересно, чтобы елки были не только на центральной площади, а во дворах. Мы эту задачу ставим из года в год, чтобы больше елок, чтобы больше мероприятий новогодних проводилось во дворах. И вот вместе с вами это что-то получается. Все отмечают, что город лучше разукрашен в этом году и во дворах, и в центральной части. 10 тысяч рублей в качестве приза за третье место получили ТОСы «Южный», «Кукшумка» и «Кировский-1». Серебряными призерами стали «Новоюжный» и «Восточный». Их вознаграждение – 20 тысяч. Победителем конкурса «Новогодний двор» стал ТОС «Митовский». Он получил 30 тысяч рублей. А для ТОСа «Залив» специально учредили дополнительную номинацию «Волшебство своими руками». И 20 тысяч рублей в качестве приза. Мы не ожидали, что получим, конечно, первое место. Реакция всегда положительная. Вот, и коллектив школы, и члены совета ТОС были рады. Сейчас реализуется этот проект на сегодняшний день. Вот, проводится в дворах елки. Основной двор был украшен по адресу Гражданская, 62, корпус 1. Вот, ну, там новогодняя атрибутика, вот, Дед Мороз. Ну, все элементы, которые требуются на Новый год, есть там. Свои идеи, проекты и конкурсы для создания праздничной атмосферы участники придумывали в течение месяца. Конкурс проходил с 10 ноября по 10 декабря. Благодаря этому чебоксарцы могли окунуться в новогоднюю атмосферу, практически не выходя из дома. Ведь именно дворовые праздники – это прекрасная традиция, которая сплачивает людей и мотивирует их на активное участие в жизни города. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.